Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с генпрокурором для согласования обыска в кабинетах судей Окружного административного суда Киева. Но тот сначала отказывался от встречи, а потом ушел в отпуск. Он заявил, что решил подписать подозрение судьям, когда вернется на работу. 28 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в комментариях, что примет решение о согласовании подозрения судей Окружного административного суда Киева 31 июля, когда вернется на работу из отпуска. «Приеду в среду и приму объективное решение», — сказал он, отвечая на вопрос журналистики. Луценко отрицает слова руководителя управления спецрасследования Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с генпрокурором для согласования обыска в кабинете судей. Горбатюк в интервью заявил, что Луценко сначала отказался от встречи, а затем просто уехал в отпуск. Поэтому обыск проводили в помещении суда, но не в кабинетах судей. Глава ГПУ утверждает, что Горбатюк к нему не обращался. 26 июля сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры провели обыск в Окружном административном суде Киева. По информации ГПУ, судьи этого суда системно вмешиваются в деятельность высших органов власти Украины. По словам Горбатюка, сообщение о подозрении подготовлено руководству суда и четырем